Еще один гала-концерт будет представлен Губкинсом в апреле. Подготовка к нему началась еще в феврале. Речь идет о традиционном городском фестивале «Русь Златоглавая». Об итогах отборочного тура в комментарии режиссера централизованной клубной системы Галины Титаренко. Прослушивание было закрытое, присутствовали только жюри. И шел отбор лучших из лучших. И в финал у нас получилось, что вышло художественное слово 15 человек, заявок было 37, вокал 20 коллективов, прошли все, театр и сценарное мастерство 3 участника, так тоже получилось, хореография 14 заявок, 14 участников прошло, и декоративно-прикладное искусство, ну вот пока мы не закрыли еще прием заявок, но пока 50. В общей сумме в финале будет участвовать 300 человек. Финал фестиваля «Русь Златоглавая» состоится в концертном зале Дворца культуры «Нефтяник» 14 апреля. На втором этаже пройдет выставка декоративно-прикладного творчества.